Не очень необычно, Новый год у меня будет впервые. Такое событие для меня большое. Я закрываюсь в бункере в специальном. Ну, такая специальная комната, так скажем. Темная, без света, только с минимальной едой специализированной и водой. И ровно на 21 день я ухожу в медитацию випассана. Вот. То есть сегодня в 6 вечера я начинаю заниматься этой медитацией. Поэтому Новый год буду отмечать в темноте и в полной тишине. Вот здесь и будет проходить випассана.